К другим новостям. Больше 20 тысяч голов сайгаков добыто в Западно-Казахстанской области. Регулируют численность степных антилоп по приказу Министерства экологии. Отлов в регионе начали в середине октября и завершили два дня назад. Биологическое обоснование ученых местного аграрно-технического университета позволило добыть 20% диких животных. Однако исполнить не удалось даже десятую часть плана. По мнению специалистов, на это повлияла неопытность охотников и недостаточное количество мясоперерабатывающих предприятий. В этом году профильные учреждения получили большой опыт, думая, что в следующем подготовка будет лучше. Нужно привлекать собственные заводы, а не возить туши далеко на переработку. Со стороны мясокомбинатов понимание в этом вопросе есть. Переработка станет более эффективной. Будут производить консервы и другие виды продукции.